В выходные мытищинцам предлагают начать с экологической акции «Вода России». Присоединиться может каждый, кому не безразлична судьба окружающего нас мира. Субботник по очистке берега реки Клязьма от мусора пройдет в поселке Пироговский. Для участия необходимо всего лишь иметь подходящую одежду и обувь. Инвентарем будут обеспечены все. В субботу и воскресенье мытищинцы могут посмотреть произведения ведущих художников России и Китая. Выставка пройдет в рамках фестиваля искусств, посвященного 75-летию дружбы и культурного обмена. Окунуться в традиции и быт каждой из стран и погрузиться в атмосферу прошлого и настоящего сможет любой желающий. Экспонаты представлены в Мытищинском историко-художественном музее. Разноцветное мероприятие под названием «Парки осень заряжай» пройдет в эту субботу. Ровно в 12:00 стартует праздник урожая. В это же время откроется фотозона самоварной истории для ваших памятных карточек. Сразу после можно будет отправиться на дефиле шляп. Затем для посетителей пройдет мастер-класс «Осень в Жостово» и теплая акция «Обогрей свой любимый предмет». Завершится мероприятие заездом от роллер-школы «One Way». Воскресенье обещает быть не менее насыщенным. Вечерки на Яузе – это возможность для мытищинцев серебряного возраста встретиться и провести время в доброй и веселой компании. В программу войдут всеми любимые и известные музыкальные композиции прошлых лет и зажигательные танцы под баян. Старшее поколение ждут в 15:00 во Дворце культуры Яуза. Приходите вспомнить народные традиции и провести время весело и беззаботно. А в 16:00 мытищинцы смогут послушать непревзойденную классическую музыку. Перед зрителями выступит струнный ансамбль «Серенада». На мероприятии прозвучат произведения Чайковского, Моцарта, Шуберта и других известных композиторов. Творческий коллектив был образован в 2000 году. С тех пор не перестает радовать и вдохновлять своих слушателей. Приходите с друзьями и близкими и насладитесь звуками прошлого.